Всем привет, меня зовут Сева Курюмов, мне 14 лет, и я ученик детской школы телевидения «Телешком». Этот год для меня был очень насыщенным, я стал участником всероссийского конкурса талантов «Синяя птица», где подискутировал с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым. И, кстати, сейчас я на СКАХ, а подробнее читайте на Viacom. И в следующем году я иркутянам хочу пожелать самое главное сибирского здоровья, чтобы у вас все всегда получалось, и хочу сказать вам мою любимую фразу. Все возможно, если в это верить. С Новым годом!